Челок, походу. Да. Там еще один. Ты там, алло, не лутай, блин. В каких именно комнатах? Дверь выламывает кто-то. Стой. Стой, 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 стой. Слышишь, ходит слева? Угу. Я слышу. Где? У нас один. Еще есть у меня. Грену готовят, не подходи. Аккуратно, низ снизу смотри, там звука не будет. Минус два. Минус три. Заходи ко мне в пристройку сюда. Вот вода открыта. Здесь? Угу. У тебя на втором оружии фонарик. Возьми его в руки и выключи фонарик. Идем 114. Ух ты! Я минус. Беги на выход. Да я. К машинке. Ёптать, куда он мне попал? А, пиранья. Понял. Че он ушел? Да, он там по ботам уже, походу, стреляет. Нет. Не стреляет. Ботик, угомонись там один день. Так, опять дробовик. Угу. Трупер четвертой пластины, неинтересно. Так, так, так. Что-то бот ко мне идет. Пацаны, да они... Блин, этот ботовский радар, конечно, новый, современный. Так странно работает.
Червок? Да. Бля, теперь сюда не залезть на эту фигню. Я, значит, ты все меня заплевали. А где Теренко из Тика Минорм, что ли? Ща поставлю из моего плеяса реально. Посмотрим на реакцию. Братанчики, даже из-за угла еще не вышел. Все в порядке у тебя, бот. С логикой. Так. Сейчас вот там под плакатом выйдет. Через 3, 2, 1. Ладно, чё, я полутаюсь? Ты же не можешь беззвучно по снегу ходить, правда ведь? Просто в женском коллективе работал. А, поэтому ты разбираешься, да? Я понял. Будешь перелазить? Так, я ж там типа вроде убил, да? Ну, вообще, да, это вроде чувак. Они у тебя не продаются, что ли? Там вроде на флешету что-то подобное тоже по крафту было. Вон он упыль! Ты патроны крафтить решил? Ну так-то имеет. Когда тебя будут убивать, я буду их скручивать.
20 водить. Жаден. Много не попало. О, кепка ебаная! Ебашу на кепарика! Ах ты хер ебуй! Господи. И ранее. Три штучки в одну руку. Это все. Все, что нужно. Блять! Че вот, походу. Да. Там еще один? Блять, подожди. Там еще один? Блять, ботик, как ты не вовремя, друг? Вот очень не вовремя. Где там Чева карал? Ага, вот он. Нет никого. Так, после рейда все почитаю, чат. Хорошо? Что-то лагает. У меня предметы, смотрите, как перетаскиваются с задержкой.
за патроны. Такие патроны можно взять. Пятеро. Там какой-то глушитель на КППхе. Кажется, перелез через трубу с колючей проволокой, как будто бы, знаете, вдоль забора там. Там накоцался. Этот его ждет. Кого? Кто-то сзади подходит за мной со старой заправки. Что с тобой не так? Из-за перегруза, может быть? А сейчас перелез. Что стоим? Кого ждем? Опа, у них меченка должна быть открыта, ребят. Скарчик из меченки, я полагаю. Даже два скарчика.
Так. А магазины на него все еще двадцахи. Ай. Челоботик на мосту. Пойдет. То есть в то время как на МДР-ку, например, 308, или на РСАС, или на СР-25 добавили магазин 25-ку, на Скары все еще осталось 20-ха. И это, ну, не очень-то хорошо для них. Давить обоих башку.